Наверное, я сегодня заварю вот такой чай в это прекрасное субботнее утро. Всем привет и добро пожаловать на мой канал, если вы здесь впервые. Меня зовут Саша, и сегодня я покажу, как проходит мой день с 6 утра. Это будет мой учебный день плюс мой выходной день. Я решила сделать такой влог именно с 2 дней. По сути, наверное, у всех нормальных людей сегодня тоже выходной, потому что сегодня 2 ноября, но вроде бы у всех сокращенный день. У нас в универе не бывает сокращенных пар, поэтому я сомневаюсь, что что-то подобное будет. Но завтра у меня будет целый выходной день, и это будет непростой день. Это, наверное, причина, по которой я решила, в принципе, снимать это видео, и в целом, что сегодня также учеба, будет интересно. Завтра я пойду на одно очень интересное мероприятие. Наверное, в названии видео вы уже видели, поэтому я расскажу. Я пойду на хоккей. Это, наверное, очень такой, знаете, неожиданный, да, выбор. Это, кстати, должен быть очень интересный такой матч, потому что играет наша команда и другая очень сильная команда, которая тоже сейчас лидирует, поэтому мне уже не терпится. На самом деле, наверное, вы сейчас все удивились. Я, наверное, тоже бы удивилась, если посмотрела это видео 2 года назад. В общем, если вам интересно, как все пройдет, с кем я иду, то смотрите это видео до конца. Но сегодня у нас суббота, сегодня у меня учеба, и, может быть, вы помните, но в субботу я учусь не с утра, а немного попозже, поэтому с утра у меня есть какое-то время. Сначала я решила сделать испанский, и потом я хочу убраться дома, потому что это то, что я всегда откладываю. Знаете, убраться в тех местах, в которых я вообще особо не люблю убираться, поэтому я решила начать этот день максимально продуктивно. А еще, как вы могли заметить, у нас пошел снег, и сейчас он, собственно, идет. На самом деле, я обожаю испанский, стараюсь им заниматься хотя бы как минимум раз в неделю, у меня это получается. Я этому безумно рада, что у меня выработалась такая вот полезная привычка. Несмотря на то, что все-таки сейчас есть много видов и форм записи иностранных слов, я все же предпочитаю классический вариант, это обычный словарь. Знаете почему? Потому что, во-первых, это постоянная вещь, ее нельзя потерять, ее нельзя случайно удалить. И, не знаю, по мне это гораздо удобнее, и даже через какое-то время я смогу к нему легко обратиться, нежели чем в телефоне. Понятно, что это тоже может быть удобно, но все-таки мне удобнее гораздо работать с классическим словарем. В общем, прикол, сижу и делаю испанский, по крайней мере, пытаюсь. И тут приходит сообщение, что пары у нас будут на пару раньше. То есть это меньше часа осталось. Молчу про тех, кто там живет очень далеко и так далее. Естественно, эту пару я уже не успею тоже. Вот поэтому приду, как я хотела прийти, но приду меньше на одну пару, потому что, ну, я не знала об этом. Так, всем привет! Апдейт, что было за это время. Я получила слова по испанскому. Наверное, когда приеду с учебы, еще доделаю упражнения. За это время я успела перекусить, убраться. Сейчас я быстро делаю прическу и макияж, потому что перед учебой я хотела успеть кое-что заснять. Надеюсь, что у меня это получится, потому что времени не так уж много. Для этого я использую совершенно обычную расческу. У меня нет никаких специальных таких брашей, хотя надо бы заказать. Знаете, такая щетка, как с такой толстой щетиной. Вот, у меня вот такой вот гель плюс стик. Геля, кстати, хватает очень надолго. Я его использую уже, ну, примерно год, наверное, даже чуть меньше. Ну что, ребята, я уже выехала на свою сегодняшнюю единственную пару. Вот, очень быстро собиралась экстремально, вот, но зато успела сделать все свои дела. Наверное, приеду на учебу, быстренько покажу вам свой образ. В целом, я бы не наряжалась, но просто я уже была в этой одежде, поэтому решила в ней поехать. А погодка-то, посмотрите, какая шикарная. Ну как? Не очень, знаете. Не очень комфортная, я бы сказала. Осталось примерно 40 минут, и у нас уже закончится пара, и мы пойдем домой. Вот такая суббота. Кстати, в университете никого нет, потому что... Я, кстати, не знаю, почему. Мне кажется, в обычное время было больше людей. Но в обычную субботу. Может, потому что скоро выходные. Все решили забить. Да, хоть заранее. Да-да-да. Всем привет. Вот я и дома. Падайте, девочки. Потому что, знаете, у меня все упало. Такая погода сегодня не очень вообще располагает к чему-либо, я бы сказала, вообще ни к чему. Сходила, было на самом деле очень мало людей, вообще, в принципе, во всем университете, в половине университета не было света, и это странно, потому что сегодня рабочий день, и то есть наоборот, должны быть люди, но их вообще не было. Видимо, все решили сегодня не идти. Вот, здесь у меня такой вот легкий перекус, я не знаю, сейчас время еще вообще не ужин, но я проголодалась,
Сейчас буду убираться в своей комнате, также переодеваться, и я решила добавить немножко уже новогодней атмосферы в свою жизнь, сейчас вы увидите. Вот, мне надо сейчас все убрать, это выглядит ужасно, здесь очень много всего разбросанного, потому что я снимала, и потому что я торопилась на учебу, но сейчас я все это приберу. Мне безумно нравится цвет этой пижамы, мне кажется, он прибавляет какого-то уюта. И очень часто Новый год у меня ассоциируется именно с такой расцветкой. Также, кстати, в этом году я купила похожий плед на кровать, поэтому будет очень красиво. Я уже жду не дождусь, когда я сниму видео оформления моей комнаты к Новому году. И как я вам уже говорила, сегодня я решила посвятить день немного уборки, можно так даже сказать, себе, поэтому я уже сделала уборку внизу, вернулась в свою комнату. Сейчас просто протру везде пыль. Тут ко мне пришел вот такой вот замечательный помощник. У него вот эта игрушка, смотрите, мы купили эту игрушку ему позавчера. И это была такая замечательная белочка. Сейчас это вообще непонятно кто, непонятно что. Он отгрыз ей все конечности, это кошмар. Теодор, вот тебе не жалко ее? Если вы думаете, что сейчас уже очень много времени, и очень поздно, потому что я включила искусственный свет, то нет, сейчас 6 часов вечера. Иногда я получаю комментарии или какие-то сообщения, где меня спрашивают о какой-то определенной вещи, будто это косметика или что-то другое. Нет, если что, это сейчас не реклама, я просто подумала, почему бы мне иногда во своих влогах не делиться с вами фаворитами, там, не знаю, книжные фавориты, фавориты из канцелярии, фавориты из косметики. И прямо сейчас я красила губы и подумала, почему бы вам не рассказать о том, что мне понравилось в последнее время. Давайте начнем с того, что у меня сейчас находится на губах. Это вот эта вот помада, которую мы с вами покупали, кстати, в одном из последних влогов в «Золотом яблоке». Это помада от бренда Nach Oleare. Извините, я, мне кажется, неправильно прочитала. Вот, но у них очень прикольная упаковка с вишенками. Мне нравится, в общем, вся эта концепция. Выглядит очень необычно. Вот, вот так вот она выглядит. В упаковке она выглядит чуть темнее. На самом деле, на губах она такая, знаете, чуть с розовым оттенком. Сейчас на губах у меня не только эта помада, плюс еще блеск от Kika. Но она очень красиво смотрится на губах. Я бы попробовала ее еще в другом оттенке, более темном. И как по мне, она также довольно стойкая. Это, кстати, матовая помада. Дальше давайте, раз мы заговорили с вами про губы, покажу мой, наверное, универсальный карандаш для губ. Я его видела очень много раз в ТикТоке, где-то вообще в своих рекомендациях, потому что довольно-таки распиаренный продукт, но тем не менее бюджетный. Он, по-моему, стоил тогда 150 рублей, может быть, 200. Это карандаш от Miss Tice в 785 оттенке. Оттенок, мне кажется, универсальный. Сейчас у меня тоже на губах. Он, знаете, так чуть яркий. И мне нравится, наверное, больше именно карандаши для губ не с коричневым потоном, а с таким чуть красным, наверное, даже, если так правильно назвать, с бордовым. Говоря также еще о средствах для губ, давайте покажу вам вот такое вот масло для губ. Оно в 15 раз дешевле, чем масло Dior, но, скажу вам так, на губах выглядит очень хорошо. И если бы мне кто-то сказал, что это масло Dior, я бы, может быть, даже и поверила, потому что реально выглядит очень хорошо. У меня это масло для губ от Evelyn. Как вы видите, я его за год где-то вот так израсходовала. Я считаю, что довольно-таки нормально, потому что у меня очень много всяких продуктов для губ, и я их всегда чередую. Но оно очень приятно пахнет какими-то конфетками и выглядит прикольно на губах, довольно-таки ярко. Далее у меня как-то недавно закончился гель для бровей. Я просто заказала буквально первого попавшегося, он оказался очень хорошим. Я думаю, что буду заказывать его еще не раз. Конечно, я перепробовала много гелей для бровей, там и бюджетных, и как бы из премиум-сегмента, если так можно сказать. Но этот себя очень классно проявил. Это гель от Luxe Visage. Здесь написано, что фиксация на 12 часов. И последняя вещь, это, наверное, мой самый любимый фаворит из косметики вообще за последние полгода из того, что я приобретала, потому что это реально тушь, которую я искала, наверное, очень давно. Не потому что я ее просто искала именно конкретно эту, а просто искала тушь, которая бы мне нравилась по многим параметрам, в том числе по стойкости, потому чтобы она не осыпалась, чтобы она не тяжело ощущалась на глазах. У меня она нанесена в один слой, как мне кажется, выглядит довольно-таки хорошо. Это тушь от Maybelline Sky High, и сейчас ее довольно-таки трудно у нас достать. Я провела сейчас трансляцию в своем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь обязательно, ссылочка есть в описании. И трансляция стараюсь вести каждую субботу. Это такая, знаете, у нас уже мини-традиция.
прекрасно пообщались, я себе сделала горячий шоколад. Может быть, он выглядит не так хорошо, как в кофейнях, но он довольно-таки вкусный. Я, кстати, очень давно не делала его дома, потому что, опять же таки, брала в кофейнях. Сейчас включаю, наконец-таки, Sims, который я хотела поиграть уже недели две, наверное. И так получается, что вот именно когда я снимаю видео, я даю себе какой-то отдых, так скажем, и играю в них. И кажется, что как будто я в каждом видео играю, как будто я постоянно, знаете, играю, но на самом деле нет, в жизни у меня происходит это довольно-таки редко, и очень приятно расслабиться. Ну что, ребята, всем привет. Я надеюсь, никто не испугался моего внешнего вида. Сейчас я собираюсь. У меня есть буквально 15 минут, чтобы собраться. Еще нужно одеться. И сегодня у нас очень-очень сильный ветер на улице. Сильный до такой степени, то, что когда я гуляла с собакой, мужчине на голову пролетела огромная ветка. Благо, с ним все нормально, как бы, но все равно неприятно, да, когда по голове вас бьет ветка. Много что вот так вот просто летает хаотично. Везде много мусора, который, ну, собственно, летит на дальние расстояния, и, собственно, из-за ветра. Я уже собираюсь на хоккей. Я, конечно же, иду не одна. Я иду на этот матч с мужской половиной нашей семьи, которые тоже следят, болеют и так далее. Я могу сказать, что это максимально спонтанно. Я уже ходила на хоккей, когда мне было лет 13, наверное, или 12, может, 11, но это было очень давно. Еще был совершенно другой состав команды. Я уже не помню, честно, кто тогда играл за нашу команду. Но, кто не знает, в Челябинске хоккейная команда «Трактор». Она довольно-таки популярная по всей России. Сейчас она первая в Восточной конференции, поэтому будет очень интересно наблюдать за матчем. Я очень надеюсь, что наши сегодня выиграют, хотя команда вот соперника очень сильная. В общем, посмотрим. Кстати, супер классная вещь. У Essence есть очень много всяких дешевых бюджетных бронзеров. Этот в том числе. Это вместе с хайлайтером. И вот летом можно буквально его нанести, и ваше лицо будет смотреться очень свежо. Кстати, вчера проводила трансляцию в Телеграме, может быть, вы помните. И иногда интересно наблюдать за тем, как вот простые, казалось бы, очевидные вопросы очень много раз повторяются от зрителей. Например, та же самая информация о том, где и на кого я учусь, на каком я курсе и сколько мне лет. Мне кажется, это самые популярные вопросы вообще всегда. Казалось бы, это очень простые очевидные вопросы, ответы на которых я говорила очень много раз. Там я снимаю даже видео, мой дневник учебы на программиста. Но, тем не менее, это вот самые часто задаваемые вопросы. И я, в общем, заметила такую закономерность, что чем проще и очевиднее ответ на вопрос, тем больше вам задают этот вопрос, и возникает он. Я не знаю, почему так работает. И сегодня, кстати, как мне кажется, я идеально смогла распланировать свой день, потому что у меня буквально расписана каждая минута, и у меня даже нет времени на то, чтобы просто посидеть, позалипать в каких-то соцсетях, что в целом хорошо, я люблю именно выходные отдыхать от всего этого, и многим, кстати, из вас советую, это очень хорошо разгружает мозг. У меня есть буквально там одна минута, чтобы куда-то зайти, и даже на самом деле желания нет нигде сидеть, потому что, ну, постоянно ты что-то делаешь, постоянно какие-то дела. Итак, показываю вам, что в сумочке настоящий girl блеск. Я, кстати, его всегда беру на учебу, он такой прозрачный. Сейчас я положила другой блеск, который на мне. Сейчас я уже наполовину собралась в свитере и в этих штанах. Сейчас надену другие штаны, тоже серые, в цвет этого свитера. В целом там холодно, как бы не очень тепло, поэтому мне должно быть так комфортно. Сейчас счет 2-3. Пока что игра идет хорошо, очень напряженно. Я не знаю, меня, наверное, не видно, мы сидим в ресторане, но тут тоже очень много людей. И очень громко сзади нас болеют люди. Но я потом расскажу. Вот.
Ну что, ребят, я вернулась домой с матча, сейчас переоденусь, и у нас будет созвон с подругой. Сейчас также зашла в Озон и забрала призы для моего конкурса, который стартовал прямо сегодня. Он уже вышел в моем телеграм-канале, поэтому пока он не закончился, вы сможете поучаствовать. Там много всего интересного из призов. И в этот раз я реально подумала, почему бы мне вот не взять такие призы, поэтому надеюсь, вам понравится. Скорее успейте принять участие, так как конкурс на этот раз я запустила совсем ненадолго. Первый приз я вам не буду сейчас все показывать, у меня есть там несколько секретных, которые я покажу в самом конкурсе, поэтому пост переходите в моем телеграм-канале, он закреплен. Это ежедневник, 6 минут. В прошлый раз вам очень понравилась эта идея, поэтому я решила взять его тоже на этот раз на призы. Он розового цвета, такой, знаете, не знаю, мне напоминает зефирку, какое-то облако. И этот ежедневник непростой, это тематический ежедневник, где есть разные задания, разные цитаты. Здесь вы пишете себе благодарности. Например, я открываю странички, и она выглядит примерно так. А второй ежедневник, как я поняла, сейчас он набирает популярность. Возможно, я, конечно, не права. Это ежедневник, точнее, bullet journal, называется «Фалафель». Вы можете его использовать как только вы хотите, как вы хотите его оформлять. Он такого уже нежно-голубого цвета, и внутри просто листы в клетку. И это, на самом деле, очень удобно. Я давно искала подобный ежедневник, тоже себе такой закажу, потому что здесь скругленные края, внутри точки, и он, знаете, такой компактный и вообще очень приятный и очень хорошего качества. Внутри еще есть такая зебра. Как я сказала, сейчас я уже буду переодеваться, и у меня будет созвон с подругой, и на этом, наверное, мое видео уже подойдет к концу. Я вам показала, как прошли мои выходные, и, как я считаю, это были довольно-таки продуктивные, насыщенные выходные. Они еще не заканчиваются, завтра тоже будет выходной день. И поэтому хочу сказать всем огромное спасибо за просмотр этого видео. Мне будет также очень приятно, если вы оставите один любой комментарий. Это поможет продвижению моего ролика. Для меня сейчас это очень важно. Также не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. И всем пока!